Дорогие друзья, вот и подходит очередной Новый год. Что хотел пожелать я вам? В первую очередь, очень хочется, чтобы прекратилась война. Очень хочется. Дай Бог, чтобы в первую очередь в Украине наступила мир. Второй. Радость, здоровье, удачи, успех. Что до нас повернулись верха. Что наше личность стала европейской и жили мы свободнее, постоянно не ходили протянутые. Я вас желаю действительно всего этого, чтобы вас стали были богатые и вы были здоровы. Счастья вам, удачи в 2019 году.